Более 4000 бойцов омских студотрядов поработают будущим летом на всероссийских и региональных стройках, побудут вожатыми в лагерях Омской области и Черноморского побережья, обслужат пассажиров поездов на всех направлениях, потрудятся на рыбоперерабатывающих заводах Сахалина. Омский областной студенческий отряд уже начал готовиться к началу трудового семестра. На базе отдыха политотдел с 27 по 29 января состоялось обучение командного состава, а именно будущих командиров и комиссаров студенческих отрядов. Целых 3 месяца каждому из них придется руководить группой студентов из 20 человек. Как сплотить коллектив, организовать бытовые условия на местах работы, как взаимодействовать с работодателем и вести документацию. Ценные рекомендации об этом будущие руководители отрядов получили в ходе обучения. В рамках школы также прошла защита и практика проектной деятельности. Помимо обучения командиров, в политотделе состоялась и Всероссийская школа инструкторов отрядов-проводников. В ней приняли участие представители студотрядов 6 отделений железной дороги – Западно-Сибирской, Свердловской, Восточно-Сибирской, Красноярской, Московской и Куйбышевской. Приехали узнать что-то новое, профессионально себя как-то уже повысить. То есть до этого лично я работал проводником долгое время, сейчас уже как-то охота что-то новое, более интересное. Обучение инструкторов студенческих отрядов – важнейший этап в подготовке к работе студотрядов к летним пассажирским перевозкам. В качестве преподавателей выступают специалисты российских студенческих отрядов, Омского областного студотряда и Омского пассажирского депо. Здесь находится самая технологически сложная аудитория, потому что одна из основных профессий на железной дороге, которая привлекается, и большое спасибо, что они приходят на помощь железной дороге, это проводники-студенты. В чем сложности? Это большое количество знаний, объем знаний. Дальше сфера обслуживания проводниками. Необходим опыт как технический, необходим опыт в отношении общения с людьми. И большое количество нормативных документов, финансовой ответственности, юридической ответственности. Поэтому здесь пришли очень ответственные люди, которые будут руководить на отдельных регионах теми студентами, которые будут подготовлены и отправлены на работу в помощь железной дороге. Такие школы Омским областным студенческим отрядом проводятся ежегодно. Подготовка инструкторов, командиров и комиссаров – это первый этап. Впереди набор студентов в отряды и открытие трудового семестра.